раньше цемент делали на славу. Люк какой-то. Какая глубина? Ставишь? Ой, молодец. Сними эту дытку. А что это? Ну это может она и есть. Целиком ее вынимать надо. Так я не понял. Покажи. Это она и есть. Она нет, так она и есть, только... Подождите. Он не знаю, залит. Там, по идее, должно быть меньшего ведь размера. Там же на самом деле она не такая. Но... С бетоном, да? Она получилась как бетон. А, так это ее, она разбивается. Да, ну, вот разбивается. И, наверное, это, как она? Асбестовая труба, да, наверное. Да. Сейчас. Да. Не надо, не надо, наверное. Сейчас, Петр что... Михайлович, пусть поговорит, сейчас решим. Или завтра взламываться, или что? Ну, по крайней мере, это да. А если внутри? А что внутри? Не, мы ее не трогаем, завтра будем. Завтра ложим все, как оно есть, да, на место. Конечно, старики будут не знать, что когда кроется тюрень, и как будто так все сразу свободно. Мы, короче, с Олеськой на кургане присутствовали при вскрытии колбы. Точнее, ну, ее достали еще, пока только вскрывать будут завтра. Мы ее увидели уже. Да, ее долго сегодня весь день взламывали. Там такой слой бетона был. Короче, ну да, мы... Видели уже ее. Пойдем сейчас. И великих побед, только если о прошлом у нас знаний нет, то вперед продвигаться в стране невозможно. 1973 год. На территории лесного колледжа установлен памятник Александру Константиновичу Горовцу. 1974 год. Установлен памятник Франциску Скорине. Открыт дворец культуры открытого акционерного общества «Полоцк стекловолокно». Решение о создании кургана бессмертия, памятника доблести и славы павших, а также заложить письмо в будущее, свое завещание потомкам. Отсюда тоже ничего не видно, нам все подошли. Сейчас на нее читать буду. Нет. Читать будет сейчас. Ну, там бетона слой был вообще, наверное, метр. То есть они долго долбали вчера. Это
Анатолий Григорьевич, вам предоставляется почетное право вскрыть капсулу с завещанием потомкам. Расходите в эту капсулу. Вот она, капсула времени, капсула памяти. Внутри, судя по всему, снаряд какой-то. Обращение к нам, который жителям раскрутили. Полоцка 2017 года от жителей 1966 года. Уважаемые присутствующие, разрешите мне от лица присутствующих зачитать завещание потомкам. Уважаемые товарищи, внимание! Завещание потомкам! Ускрыть у дни 100-годового юбилею Великой Кастрычницкой социалистической читают революции по бумажке, это не в 2017 годе. Там уже был... Дорогие товарищи, дорогие наши сябры, люди 21-го стагоддзя, до вас звернуты наши гарачие слова и привитания. Вам, палачанам, что живут у юбилейные дни 100-годзя Великого Кастрычника, с далеких годов посылаем мы это письмо послание. Это вам, нашим потомкам, славным пераемникам великой справы коммунизма, присвячают працовные старожитного Полоцка свое завершание. И оно складено в знаменальные дни подрыхтовки до 50-годзя советской улады, напередодні 25-й годовины початку Великой Айчинной войны и 22-й годовины с дня вызволения Советской Беларуси и Полоцка от немецко-фашистских захопников. 8 червня 1966 года на шматтысячном митингу працовных города Полоцка мы приняли это завершение до потомков во урочистые и смутные минуты закладки самого велишного в нашем городе помника кургана бессмяротности, який мы закладываем у гонор незгинальности воли до перемоги великого советского народа. Народа-пераможца, чье бесстрашие и мужность, сама данность и непереодоленное имкнение до свободы и незалежности выратовали человечество от черной чумы фашизму и принесли усяму свету вызволение. Николи, не забывайте героичного минулого советского народа. Завсёды памятайте, якой ценой досталось счастье свободы вашим дедам, батькам и братам. Перажите яе, як зренку в око. Дорогие сябры, 50 годов отделяют нас от того часу, коли вы ускрыете это завершание. Может быть, не все с тех, кто присутничает при его принятии, смогут прочитать его разом с вами. Почетное право заложить послание в новую капсулу предоставляется победителям акции. Представителям молодежи Фиалка Валерии, учреждение образования средняя школа номер 3 города Полоцка, и Рубан Алле, учреждение образования средняя школа номер 18 имени Ефросинии Полоцкой. Ядревский Никита, представитель молодежи, учреждение образования Полоцкий государственный экономический колледж. Геращенко Ольга, представитель молодежи открытого акционерного общества Полоцк стекловолокно. Кочетова Ольга, представитель молодежи государственного учреждения здравоохранения Полоцкая центральная городская больница. Зубович Ольга и Шишко Екатерина, представители молодежи Полоцкого филиала открытого акционерного общества Глубокский комбикормовый завод. Кулеш Дарья, представитель молодежи государственного учреждения культуры Полоцкая районная централизованная библиотечная система. Мацкевич Павел, представитель молодежи войсковой части 2034. Веко Юлия, представитель молодежи завода «Поливир». Право заложить капсулу предоставляется победителям молодежной районной акции
и обладателю почетного звания «Человек года Полочины 2017» в номинации «Молодежь. Общественное объединение. Белорусский республиканский союз молодежи», мастеру производственного обучения, педагогу дополнительного образования учреждения образования «Витебский государственный технологический университет», «Полоцкий государственный лесной колледж», Марченко Николаю. Закладки капсулы приступить! Вам предоставляется слово. Наше поколение с честью и достоинством несет эстафету жизни, эстафету времени. И продолжая эту замечательную традицию, я надеюсь, что все те мечты, все те пожелания, которые вложили в капсулу, они не только сбудутся, но и... Городская патриотическая акция «Нам продолжать историю города», посвященная вскрытию капсулы с завещанием потомкам, объявляется закрытой.